Криминальная хроника. По горячим следам задержан 21-летний житель Казалинского района. Молодой человек подозревается в совершении серии квартирных краж. Полицию обратились сразу трое жителей района с заявлением о кражах. Из двух квартир неизвестный похитил золотые изделия, мобильные телефоны и аксессуары. К ним деньги, прихватил из холодильника и дорогой коньяк. В третьем случае была совершена кража автомагнитолы из припаркованного во дворе автотранспорта. Общая сумма ущерба составила свыше 1 миллиона тенге. В результате оперативно-профилактических мероприятий задержан 21-летний житель районного центра. В качестве вещественных доказательств у подозреваемого изъяты мобильные телефоны и аксессуары, драгоценные изделия, деньги, автомагнитола. Подозреваемый взят под стражу. По всем фактам краж проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. За подобного рода преступления законом предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.